11 апреля 2020, 22:36. Не работает Сбербанк онлайн. Белый экран. Вот. Что делать? Непонятно. Через приложение заходит? Вчера тоже медленно работал, сегодня вот белый экран какой-то. Кэш очистил. Браузер перезагружал. Работает приложение, работает, а через веб-браузер не работает. А, во время выполнения операции произошла ошибка. А, во время тоже не работает. Понятно.